Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский, и мы вступаем в новый 2024 год. Ну, а ушедший год, как говорят социологи, заработал в российском общественном мнении вполне такие позитивные оценки. Вот за счет чего? Что стало лучше в экономике? Да, вроде не похоже. Наступил мир. Ну, пока света в конце туннеля под названием «Война» тоже не очень-то видно. Так чему радоваться и почему радоваться? Вот давайте попробуем поговорить на эту тему с профессором новой школы в Нью-Йорке Ниной Хрущевой. Нина, добрый день. Здравствуйте. И продолжая вот это свое небольшое вступление, я хочу, собственно говоря, обратиться к вам как к специалисту, как написано, во всяком случае, в интернете, я прочитал, по сравнительной пропаганде, что-то типа этого, да? Как специалиста по сравнительной пропаганде, у социологов, которые рассказывают о таком благоприятном, что ли, восприятии ушедшего года, есть и объяснение этому, что вроде ничего лучше не стало, но также мощно работает пропаганда. Вот вы мне скажите, пропаганда настолько всемогуща, она может даже людей, не очень хорошо живущих, уговорить в том, что они живут хорошо? Ну да, спасибо. Ну, в общем, может, конечно. Но я и не согласна с социологами, что это вот эта информация на пустом месте. Потому что все-таки идет война, кажется, что все должно развалиться, все не разваливается, уж так уж. Вот вы сказали, экономика не улучшается. Да, она не улучшается, но она, так уж сказать, что она просто вся поехала, тоже нет. Во всяком случае, не в каждодневной жизни. Да, яйца сильно подорожали на 50 с чем-то процентов, но и зарплаты повысились. То есть, как бы, вот, кстати, здесь работает пропаганда. То есть, с одной стороны, конечно, это не покрывает цену яиц, но государство заботится. И я, кстати, сегодня как раз читала, что корзина потребителей на Новый год поднялась на там 8-15 сколько-то процентов, вот как раз особенно яйца, но при этом там сказано было, что зато икра подешевела, красная икра, просто невероятно. То есть пропаганда в этом работает, но еще и вы видите, что все-таки, я не знаю, в магазинах есть, рестораны открыты. А главное, и пропаганда в этом помогает, но это опять же то, что люди видят вокруг, это то, что все-таки как-то война идет, кажется, что все должно уже уехать окончательно куда-то, где жить невозможно. А жить возможно, и уже даже не только из Кремля и от Дмитрия Пескова мы слышим, что мы-то готовы договариваться по поводу войны, вот они не готовы, а контрнаступление провалилось, но это слышим и от из западных средств массовой информации и также из Украины. То есть, в общем-то, пропаганда, ей есть на чем опереться. И, кстати, вот в этом и есть главная сила пропаганды. Если она хоть имеет какие-то наметки в реальной жизни, то она намного более успешна, чем, например, была советская пропаганда, когда жить стало жить лучше, жить стало веселее. Как вы помните, 1935 год, великая фраза Сталина, но она не отражалась в каждодневной жизни. И дальше, в общем, ей становилось все хуже и хуже. А когда пропаганде есть на что опереться, она, в общем, работает. Но это же, понимаете, это же тоже, от обратного, да? То есть все ждали, что будет намного хуже. Да, конечно. Ну, хуже. Не так худо, но не так плохо, как ожидали. А если хуже, но не так плохо, то воспринимается как что это хорошо. Абсолютно. И, кстати, это тоже работает. То, что мы слышим из Кремля, бесконечно заявляют, что вот ожидали, что там, я не знаю, экономика развалится, она не развалилась. Ожидали, что не будет возможности ничего, а это ничего. И это, нет, это я просто, я вам, конечно, но я вам ответила на ваш вопрос. Вы сказали, что вроде посмотреть не на что, а вот так. Посмотреть есть на что. Посмотреть есть на что, что как бы
американская западная формула была это стратегически победить Россию. Стратегически победить Россию пока не получилось. То есть для очень многих людей, я думаю, что это примерно 60% населения России, эти люди считают, что да, вот как бы обещали это, а это не получилось. Значит, если мы не проигрываем, значит, мы выигрываем. И это тоже, в общем, очень хороший метод пропаганды. Все иметь не можем, но зато посмотрите, чтобы, как могло бы быть намного хуже. Мне, знаете, напоминает другую реалию сегодняшних дней. Это вот репрессии в виде судов над якобы там, якобы оппозиционерами или просто над оппозиционерами, неважно, да? Когда там штраф в 100 тысяч, в 600 тысяч воспринимается как хорошее решение суда. То есть людей признают виновными ни за что, но зато не посадили в тюрьму. Вот все остается в сравнении, да, в вашей сравнительной пропаганде. Ну, я это тоже, кстати, это связано и с пропагандой, но это еще связано с натурой сегодняшнего режима. Еще же одна из причин, кстати, если говорить о пропаганде, то есть, конечно, Россия не упала в тартарары, но еще те, кто могут сказать, что как же так, она, может быть, так уж не упала, как сказали, но посмотрите на это. То есть вот это вот совершенно на всех абсолютно надет намордник. И это интересно, кстати, в пропаганде же еще есть такая психологическая формула, почему люди часто ей поддаются. Потому что иногда какие-то формулы, они дают там не только чувство превосходства, они еще дают чувство надежды, что вот если мы сейчас это переживем, то тогда дальше станет лучше. И вот мне это всегда потрясает. Это сейчас с Олегом Орловым, когда ему попросили 250 тысяч, потом дали, потом сказали 150 тысяч. Но сейчас это все вернули, и срок наверняка сейчас будут искать. Потому что я все-таки, как человек, который смотрит на пропаганду, еще к тому же большой политический циник, я понимаю, что люди радуются, но одновременно понимаю, что они радуются напрасно, потому что это и рассчитано как раз на то, чтобы усыпить бдительность в определенной степени, потому что все в репрессивных режимах, все всегда ищут знаки, что на самом деле это не так репрессивно. И, кстати, всегда ищут напрасно, потому что репрессивный режим, он репрессивный режим. Даже если он отпустит в эту секунду, то он потом это наверстает в другом. Поэтому я вот как раз, в отличие от некоторых, включая вас, я совсем не радуюсь 150 тысяч, потому что я понимаю, что это вот такая тоже сталинская формула головокружения от успехов, что ах, сколько пересажали, сейчас это перегибы, а потом следующий виток, еще большие перегибы. Но народ в этот момент расслабляется и думает, что возможно, это не навсегда. И таким образом, кстати, тоже становится послушным, потому что он не выступает, ожидая, что на этом вот все и кончится. А на этом, конечно, никогда ничего не кончается. Ну да. Ну, это такая же история, как с Орловым. Сейчас вот с Борисом Кагарлицким, боюсь, произойдет, да, потому что вроде все обрадовались. Ну, и он в первую очередь, наверное, что его выпустили из тюрьмы в обмен на штраф там какой-то довольно большой, правда, по-моему, 600 тысяч. Да, 609. Да. Но уже опять идет разговор о том, что прокуратура сейчас опять будет оспаривать этот приговор и предъявлять новые обвинения, а это значит новый риск оказаться за решеткой. Абсолютно. Да. И это, причем за него же просили иностранные ученые, помните, сказали Путину, что там мы ничего плохого не имеем в виду, но все-таки он действительно один из самых известных мировых социологов российских. И вроде отпустили, да, но потом, с другой стороны, Россия же, то есть деспотическая страна такова, что ей никто не может сказать, как быть. Вот если она решит быть благосклонной, она сама это как бы решает. Тут попросили, вроде неудобно, вроде, ну ладно,
там дело сделано, как это ему же вину не отменили, да, сказали, что он виновен, но штраф. Но дальше начинается следующий виток. То есть подождите, а как же вина? Давайте дальше. То есть вот это и есть как бы ужас деспотизма, что он сам, он начинает жить своей собственной жизнью. То есть вот все вот эти витки отката репрессий, они все равно кончаются, они должны кончаться, скажем так, они должны кончаться еще большими репрессиями, потому что иначе сама репрессивная система, она таким образом себя не оправдывает. Она себя оправдывает только, когда она идет до самого конца. Если она не идет до самого конца, значит, к ней есть вопросы. Как же так? Это недостаточно репрессивная система. То есть вы хотите сказать, что она, остановить ее невозможно? Я считаю, что ее остановить невозможно. Я считаю, это очень плохо, но я вот только что, как вы знаете, изучала как раз период сталинизма и период хрущевизма, и особенно сталинизма, и то, что я вижу, они просто идут вот по тем самым нотам. То есть пока, конечно, людей не отправляют, хотя, в общем, уже довольно массово, но не так массово, как было в 30-х годах. Не убивают как бы таким под гребенку всех метут. Но по формуле это абсолютно та же формула и система. То есть, а главное, что самое потрясающее в русском обществе, это то, что все знают вот эти как бы знаки государства. Вот все знают знаки государства, все знают намеки государства, все перестраховываются и самоцензурируются на всякий случай, потому что они знают, что именно так, что если уже идет каток, то каток идет, и вы на всякий случай пытаетесь каким-то образом предупредить, чтобы на вашу улицу этот каток не заехал. Я просто сейчас прямо просто по галочкам могу показать. Вот так было там, я не знаю, 35-й год, 36-й год, 37-й год, 41-й год и так далее. Но ведь в то же время общество, ну хорошо, не все пережили, конечно, те годы, но уже большинство, то есть меньшинство уже в обществе, которое пережило те годы, но, тем не менее, все-таки память-то существует социальная, да, и существуют учебники истории хотя бы, и существуют просто исторические нарративы, рассказы, да, все же знают, чем это кончалось. И, как у нас любят говорить, это что, на те же грабли наступают? Или надеются, что на сей раз кончится как-то по-другому? Но вот это как раз, это и есть тот вопрос, который я сама себе всегда задаю, потому что эти люди родились, многие из них родились еще, вот те, кто принимают эти решения, или кто пошел с этим катком, они родились еще во время Сталина, они выросли во время оттепели, они знают, чем это кончилось. Они сами в 2017 году, если вы помните, в Москве открывалась «Стена плача», и Владимир Путин на ней присутствовал. Владимир Путин сказал, что такое никогда не должно повториться. Это было всего 5 лет назад. И это сейчас вот такое, оно не совсем, оно не такое, сейчас 21 век, прошло 100 лет почти, оно так не повторяется. И это меня всегда потрясает, потому что я, честно говоря, мне не совсем ясно, как такая короткая память. Насчет учебников истории, вы прекрасно знаете, у нас теперь новые учебники истории, в которых великий менеджер у нас Сталин, и все это было хорошо, и он с Антантой боролся, и поскольку он с Антантой боролся, то лес рубят, щепки летят. Дальше начинается вот здесь, где пропаганда начинает трещать по швам, вот что интересно, потому что, например, Рамзан Кадыров был недоволен частями учебника про российскую историю, где чеченцев... И, надо сказать, справедливо был недоволен. Да, вот, да, я это и хотел сказать, что... Да, конечно, совершенно верно, переселенные народы недовольны, ну что, действительно, переселяли, извинялись перед ними, между прочим, Хрущеву пытались даже памятники ставить в каких-то из этих республик. То есть Рамзан Кадыров, естественно, возмущается за свой народ. И дальше начинаются такие знаете, так закрашивали белым, и потом сверху писали, а вот это конкретно. И как, то есть, так сказать, Карачаевы, черкесии, то есть они были репрессированы, а какие-то другие народы, которые не близки к Кремлю сегодня, мы их забудем или там сделаем какие-то поправки. Но не сделаем поправки про миллионы погибших безвинно. То есть вот тут как раз пропаганда
начинает трещать, потому что она, поскольку сейчас, то есть это сейчас общество не тотальное, все-таки тогда была тоталитарная система и тотальное общество, то есть это или так, или так. А сейчас общество не тотальное. И поскольку оно не тотальное, в этой пропаганде постоянно все время какие-то дыры, которые нужно залатывать. Пока у них это получается, но как долго это будет продолжаться, я не уверена, потому что все-таки вот как бы пропаганда, она должна говорить уверенно, и она не должна метаться из одного в другое. То есть вы не можете сказать, что там Сталин был великий менеджер, но он там вот какие-то были такие перегибы, которые относятся к Карачаеву-Черкесии, но не относятся к чему-то другому. Но с другой стороны, как мы видим, и с этим учебником, и со всем остальным, как бы историю можно не просто переписать, можно просто заявить, что история создается не потому, что мы должны знать прошлое и у него учиться, это, кстати, к вопросу о том, почему на те же самые грабли, а потому что история – это дело государственное, это дело идеологическое. То есть вам история не про факты и не про то, как случилось, а про интерпретацию, причем в угоду сегодняшнему режиму. И это, конечно, все-таки такого откровенного хамства, такого я, честно говоря, изучая российскую историю, я все-таки так не видела. Уже начали действительно говорить о тоталитарном обществе, хотя я не знаю, там тоталитарное, оно авторитарное, где там проходит эта граница, но тоталитарное общество действительно предполагает, ну, такое, в общем, отсутствие каких-либо дырок, да, полное покрытие властью, пропагандой, так сказать, всей территории, всего населения. Да? Но так мы даже по советскому опыту помним. Так не бывает. Все равно дырки всегда остаются. Да? И они все-таки так или иначе вылезают. И как с этой точки зрения, вот если оглянуться на 23-й год, с которым мы попрощались, как вела себя власть вот с этой точки зрения? Ну да, дырки, конечно, вылезают. И это, кстати, отличие все-таки, конечно, такого, как бы в советской власти все равно все покрывало много, практически все, но никогда все покрыть нельзя, но все-таки покрывало. То есть тогда власть была тоталитарная и тотальное покрытие, а сейчас оно... как бы два пишем, три в уме бесконечно. То есть это и раньше было, но вот это то, про что мы говорили раньше, и про Орлова, и про Гагарлицкого, то есть как бы они виноваты, но мы их только пока оштрафуем, а потом мы еще целый виток. Так все-таки в тоталитарной власти так не бывает. И мы когда-то с вами говорили про Пригожина то же самое. Идет мятеж, идут мятежники, они убивают... солдат, убивают офицеров армии на своем пути, потом их всех прощают, и все получают то, что получают. То есть вот этой такой тотальности нет, она все время светится. И то, что как бы я пытаюсь сказать, что пропаганда такого не любит, она не любит, чтобы... Она понимает вот эту тотальность. А если у тебя идеология бесконечно трещит по швам, то, конечно, возникают вопросы. И надо сказать, что путинская идеология, она довольно хорошо, тем не менее, разбирается с тем, что не все монолитно, не все очевидно. Но то, что, я думаю, в конце концов ее погубит, это потому что то, что как бы их поведение, это даже не цинизм и бесстыдство, как все-таки, потому что и цинизм, и бесстыдство, это у него есть ориентиры. Вы знаете, что такое цинизм, вы знаете, что такое бесстыдство, знаете, что такое стыдство и знаете, что такое не цинизм. А здесь такое совершенно беспардонное, нахрапистое, пошлое, такой фарс вот в «Королевстве кривых зеркал». Это я все время... Мы раньше говорили про Орвелла без конца, что вот это война – это мир и так далее. Но это даже больше, чем Орвелл, потому что это такое, Россия вдруг провалилась в зазеркалье, где хорошее – плохое, плохое – хорошее. И это причем активно продвигается в массовое сознание. Такой фикция плюс «Потемкинская деревня», возведенная в политику, если мы говорим, например, об учебниках. И если говорить для меня, ну, естественно, все, что ближе к Новому году, больше вспоминаешь. Но выход учебников и переделывание
сознание. Кстати, вот по поводу того, что изучение истории стало прерогативой государства, но прерогативой государства одновременно как бы еще с понятием, что мы должны эту идеологию строить, а если плохая, хорошая, это наше дело. Учебники, Пригожин, потому что совершенно, конечно, невероятное событие. На меня огромное впечатление произвел вот этот первый партийно-патриарший собор, или как он там точно называется, когда висел Путин над этим всем, все пели «Боже, царя храни», висели два Иисуса, и как бы вот и там было, в общем, заявлено практически смычка государства и религии. Можно это называть первый партийный съезд в этом смысле. И две вещи, которые вот совсем недавно я видела в Москве, это очень важные для, с моей точки зрения вещи. Одна выставка «Россия – страна возможностей» на ВДНХ. Это совершенно невероятное шоу, которое было сделано о том, абсолютно совершенно иллюзорная такая Россия, где все регионы строят светлое будущее. Причем интересно, что на ВДНХ, естественно, вот такой как бы сталинские формулы туда были, там были использованы. И можно было видеть Геннадия Зюганова, обнимающегося с какими-то попами, то есть ты думаешь, что так КПРФ, и вдруг попы. Вы идете по коридору, в котором сплошные образы Путина на вас валятся, и там, я не знаю, 100 миллионов больниц было открыто, и так далее, и так далее. То есть абсолютно такой вот сюрреалистический сталинизм, что совершенно невероятно. И я на этой выставке, я даже два раза туда пошла, потому что я думаю, как-то не пропустить особой пропаганды. И меня потрясло чувство, что то, что мы думали в 91-м году, мы навсегда покинули, мы отошли вот от этой вот показухи государственной, где человек только винтик вот в этой машине великого Путина, как когда-то в машине великого Сталина. Мы обратно к этому и пришли. То есть вот Россия, если говорить в 23-м году, в 23-м году, если судить вот по этому ВДНХ и выставке, сделала абсолютно вот этот виток и пришла к тому, что она не должна была, от чего она, мы думали, навсегда ушла. И вторая выставка в Музее толерантности в еврейском центре «Кафка. Процесс». И там это то, от чего мы думали, мы никогда больше не уйдем. То есть вот эта вот борьба индивидуального человека с репрессивной машиной, как он выживает, как он переходит через этот процесс. И для меня эти две выставки были как, во-первых, Музей толерантности, уже даже слово «толерантность» теперь невозможно. Они были, знаете, как в книжных полках там стоят, чтобы книги не упали с одной стороны и с другой стороны. Потому что выставка «Кафка» — это было то, к чему мы пришли из ВДНХ и думали, никогда больше не уйдем. И тем не менее мы ушли от индивидуальной жизни и вернулись в выставку «Россия». Вот, пожалуй, пять моих главных событий, хотя я уверена, что их было больше. А вы понимаете, почему Россия, российское общество все время хочет вот туда вернуться? Может быть, недовольство с современностью, может быть, недовольство настоящим, да? Тогда люди, общество, политики начинают искать альтернативу этому, да? А давайте вот вместо этого, неужели в обществе нет никаких идей, кроме того, чтобы вернуть там, не знаю, условного там Сталина, Ивана Грозного или там Петра Первого? Новых идей, почему оно, как где-то было написано, оно, я имею в виду общество, и она, я имею в виду Россия, почему они пытаются идти вперед, как бы с головой повернутой назад? Ну, это же, в общем, в принципе, ну, это просто такие уже философские формулы. Я постараюсь очень быстро через это пройти, философию. В общем, сама, как бы, Россия имеет круговую ментальность. То есть вот ее лучше других описал Николай Гоголь в «Мертвых душах», как вы помните. Значит, начинается это все с колеса круглое, доедет ли это до Петербурга, и так они это все обсуждают, мужики, дальше мы едем вокруг
по России круговой, и дальше это все вылетает как бы в птицу-тройку, чтобы потом вернуться к колесу. Это, конечно, философия, и, в общем, ее много раз объясняли люди лучше, чем я, в миллион раз и умнее. Это даже не так интересно, но интересно то, что казалось бы, что Россия вышла из этого вот колесо птицетройка, как это, репрессии, освобождение, репрессии, освобождение, она вышла из этого колеса, но оказалось не вышло. Но я, кстати, не уверена, что это общество, потому что все-таки мы видим, что запрос как раз пришел сверху. То есть запрос вот такой, вот это зондирование, как можно людей вернуть в состояние необходимой империи, он пришел сверху, потому что все-таки как бы задача, особенно в России, не потому что так должно быть, но в России все-таки задача лидера – это вести. Значит, куда лидер поведет, туда это огромная масса людей, обычно туда и идет. И вот я думаю, ну, и даже не только я, и многие, в общем, во многом сказались личные обиды Владимира Владимировича. И он, лично обидевшись на Запад по этим причинам, по другим причинам, его окружают его коллеги по КГБ, у которых у него самый младший чин и так далее, и так далее. То есть это вот как бы как царь ведет свою Россию туда, куда он ведет, и он и ведет, и все дураки вот с этой Россией выставкой тоже было интересно, там опросы проводили, ах, мы не знали, что люди, что вот у нас такая потрясающая страна, то есть они потрясающую страну не видели, но пришли на выставку, им там показали Потемкинскую деревню, они все обрадовались. Это не значит, что в России нет достижений, но, как мы знаем от Джорджа Орвелла, каждая пропаганда врет, даже когда она говорит правду. У меня, кстати, там был интересный момент на выставке, потому что она называется «Международная». И я все пыталась понять, где же международность. Я подходила ко многим гидам и говорила, а вот международная, ну, мы не знаем, а я только сегодня начала работать, а я вот не понимаю. И одна девушка сделала совершенно потрясающий такой кульбит, она сказала, ну как международная? Конечно, международная, у нас вот представлены все регионы, и в них много разных народов. Я говорю, это интересно, такое новое понимание международности. То есть на самом деле это не потому, что Россия хочет, это потому, что каким-то образом каждый раз, ну, одновременно каждая страна, то есть каждый народ заслуживает своего правительства, естественно, каждый раз каким-то образом, даже в этот раз, когда казалось вернуться обратно в этот круг колесо птицетройка невозможно, потому что все-таки, помните Никита Сергеевич, ваш любимый, да, вы любите Никита Сергеевича, он догонял и перегонял Америку. Давайте уточним, какого Никита Сергеевича, ладно? Не Михалков, нет, Никита Сергеевич Хрущев. Сергеевич Хрущев, ну, как Михалков, как, во-первых, Михалков не догоняет и не перегоняет Америку. Он, наоборот, бежит от нее и говорит, что нам оттуда нужно уходить. Он даже из «Оскара» они вот вышли, хотя он когда-то был лауреатом. Никита Сергеевич перегонял Америку, не получалось, и вроде оттуда идут проблемы. Сейчас могли догнать, почти догнали. Те, кто живут в Москве, просто считают, что это самый совершенно невероятно комфортабельный город в Европе, хотя от Европы сейчас уже тоже отказались. Поэтому я думаю, что, в общем, конечно, это болезнь России, потому что в этот конкретный раз, когда у нее была возможность иметь эту нормальность, которую она всегда хотела, она никогда так близко к нормальности не подходила. Помните, мы хотим, чтобы Россия была нормальной страной. Она стала нормальной страной. А потом она сказала, нет, мы не хотим. То есть кто-то сверху сказал, нет, мы не хотим. И она убедилась. И она, в общем, что ужасно для меня в 2023 году, что понятно, что Россия тест нормальностью не выдержала, несмотря на то, что у нее были все предпосылки, все возможности, все основания и все-все-все. Она этот тест... Я знаю, что мы не хотим говорить про почти голую вечеринку Ивлевой, потому что, как Песков сказал, мы не хотим. Но она, в общем, такой очень тоже важный тест этой нормальности. И то, что Россия эту нормальность не... выжила и не пережила. Ну все, Нина Львовна, сейчас на вас обрушится вся мощь народного негодования. Это, Хрущева считает
что голая вечеринка – это нормальность. Хорошо, скажу. Я считаю, как сказал Ксения Собчак, не то, что я с ней согласна, что куда люди ходят с распятой точкой, это не должно быть, это не вопрос государства, это личное дело каждого. Это, кстати, к вопросу о, то есть не к вопросу, а к моему переживанию, что мы ушли от Кафки, вот от этой выставки «Процесс», потому что там индивидуальный человек, индивидуальный человек, это государство не должно заниматься ни твоими яйцами, я имею в виду яйца, которые кладут в салат оливье, впрочем, и всеми другими, не должно заниматься дорогами, там где-то лужей, как Путину пишут, там пенсии и так далее. Для этого есть люди, для этого есть чиновники. А куда вы ходите на Новый год? В какую вечеринку, почему это дело каких-то там общественников. Кстати, сейчас, между прочим. И поэтому я за эту вечеринку. Никогда бы сама не пошла, и не дай бог быть голышом, но и смотреть на меня. Но это личное дело каждого, это никого не должно касаться. Сейчас последняя новость. 5 регионов Москвы, России, сказали, нет, мы не запрещаем ходить девочкам в брюках. То есть уже идет разговор, что, возможно, девочки в школу не могут ходить в брюках. То есть вы понимаете, что каждая, то есть у вас длина юбки, я не знаю, там размер ноги, прическа, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Вот и к этому мы пришли. И поэтому Россия не выдержала тест нормальностью. Но смотрите, возникает вот один такой простой вопрос. Да? Почему же, опять же, это общество, люди, да, которые составляют это общество, почему они так легко откликаются на вот все эти призывы сверху? Просто я думаю, вот, что по одной простой причине так легче. Они перекладывают на государство, на власть ответственность за все, что происходит, и снимают с себя. Государство хочет отвечать за брюки девочек. Пусть отвечает, я за это не отвечаю, пусть они этим занимаются. Государство хочет заниматься голыми вечеринками, пусть занимается. Зато я не буду ничем заниматься, и я не буду ни в чем в этом участвовать. И буду заниматься, там, насколько это возможно, там, своими делами. И еще значит, осуждать всех, всех несогласных. Абсолютно, абсолютно. Мне даже добавить абсолютно. И это, кстати, вот вопрос того, что когда страна вспоминает, что у нее есть свобода раз в 25 лет, или там в 20, она этой свободы не заслуживает. Конечно, каждый народ заслуживает своего правительства и так далее. Абсолютно. То есть это... Ну, слушайте, опять же, вот к вопросу о знаменитостях. Алла Борисовна Пугачева сказала, были холопами, стали рабами. То есть вот это вопрос, почему вот это выдавливание по капле раба, оно в России не работает. То есть и понятно, что... То есть, с одной стороны, понятно, почему люди соглашаются, потому что государство настолько жестокое, суровое, деспотичное, тоталитарное, что если ты будешь... как бы выступать, то тебя дальше ты становишься кем-нибудь, кого начинают судить или кого-то отправляют в тюрьму. Это одна сторона. А другая сторона, если ты с этим государством не борешься, то оно и будет тебя так третировать. То есть это получается, как бы опять же возвращаясь к яйцам, это вопрос курица или яйцо. Бесконечно. Да, снимают с себя ответственность. Но потом, когда к вам приходит Сталин, и когда вас Сталин, нас Сталин, не вас, нас Сталин убивает тысячами, тогда, пожалуйста, не жалуйтесь, потому что мы к этому привели. Я говорила, что я сейчас занималась вот именно сталинскими репрессиями, и точно так же, ведь он же тоже начинал тихо, и правый уклон уничтожал даже не он, а, кстати, вот такие горлопаны, как Никита Сергеевич Хрущев, потому что он был младосталинцем, Сталин рассчитывал именно на таких людей. Ему даже делать ничего не надо было, потому что они на собраниях, почуяв вот эти вот негласные посылы, которые, кстати, у Путина сейчас он тоже посылает народу, такие намеки, почуяв эти посылы, даже не совсем гласные, они клеймили, уничтожали и так далее, и так далее. Кстати, с Николаем Бухариным была такая история, что
он правый уклон, Хрущев орал по поводу Бухарина, что он, оказывается, он не покаялся, а на самом деле он просто поддакивает. Хрущева осудили за это, он совсем был еще молодой, его осудили, что он вроде слишком рьяный. А потом мы знаем, что произошло с Бухариным. Это, кстати, к тому, когда кому-то дают штраф 150 тысяч, никогда не надо думать, что этот штраф потом не перейдет в что-то другое. И это, вот для меня это, конечно, страшный ужас России. Это вот такое между деспотизмом и теми, кто деспотов терпит и сами этому деспоту помогают. Вспомним травлю Пастернака. Опять же, все, возвращаясь к Хрущеву. Хрущев виноват. Но его травили свои собственные. Они-то что? Они же могли? А нет, они же первые кричали выгнать, убрать. Писали литературную газету, посмотрите, за это время. Это просто ужас. Знаменитые не читали, но осуждают. Да, не читали, но осуждаем, но там просто вся литературная газета вот того времени, советская культура, просто читаешь так, ну, что на заклание не послали, не отправили в ГУЛАГ, это просто фантастика. То есть это на самом деле, вот что ужасно, что вы спросили раньше, как ничему не научились, вот как, почему на все одни и те же грабли. А как этому ничему не научились? Как не научились тому, что не надо друг на друга? То есть это уничтожает все человеческое в тебе. Это как? Или это уже не человеческое? То есть вот это, вот, конечно, совершенно страшный урок 23-го года, 2023-го года, что как будто не прошло 100 лет, как будто не погибли эти миллионы, как будто Путин сам не открывал стену плача. То есть как будто вот вся эта, все, что с нами произошло, на самом деле с нами не произошло. Ну да, и когда мы говорим о том, что вот деспот, диктатор там и так далее, вот приходит Сталин, но вспомним Довлатова еще, да, который сказал, но кто-то еще и написал 4 миллиона доносов. Абсолютно, абсолютно. И вот я поэтому говорю про эту голую, почти голую, надо все время вспоминать, что она не голая, а почти голая, вечеринку. Полуголая. Потому что полуголая, почти голая. Кому какое дело? Почему это должно быть связано с патриотизмом? Работают рестораны. Вот, во время СВО это нельзя. Что значит нельзя? Голубой огонек можно, а это нельзя. Почему голубой огонек можно? То есть это даже не лицемерие, это просто... Это абсолютное королевство кривых зеркал. Абсолютное королевство кривых зеркал. И вот это вот совершенно страшно. Кстати, я не знаю, если у меня есть секунда, Николай Травкин, который теперь наш новый Михаил Жванецкий, у него есть очень смешной скетч, что как бы, почему Россия наступает на одни и те же грабли. На грабли, говорит Травкин, может наступить кто угодно. И даже человек идет туда, они лежат на дороге, даже не обязательно русский. А вот русский человек, он видит грабли очень далеко. Он туда к этим граблям пойдет, он на них наступит и еще будет много раз наступать. Чем дальше эти грабли, тем лучше, таким образом он будет чувствовать себя героем. Ну да, но почему такое понимание патриотизма, вы говорили, ну вот, как говорил, оказывается, Геринг, да, что очень легко людей подвигнуть на войну при любом режиме. Да? При любом режиме достаточно сказать, что на тебя напали, и самое главное объявить патриотизм не обязательным, да, обязательной характерной чертой, что ли, да. Ты должен быть патриотом, значит, ты должен, раз на тебя напали, значит, ты должен защищать. Вот и все. То есть такое давление и на то, что патриот, патриотизм. Если ты себя чувствуешь патриотом, если ты чувствуешь патриотизм, значит, ты должен идти на войну, воевать и, ну, в общем, понятно. Ну, да. Понимание власти защищать свою роль. Ну, кстати, в Америке после 11 сентября... Если ты идешь на вечеринку, то ты не патриот. Значит, ты тебе плевать на родину, И тем не менее ты идешь на голубой огонек. Тебе это не одно и то же. Голубой огонек – это одна из форм пропаганды. Потому что там будет петь шаман.
и другие товарищи, которые будут вас призывать к тому же самому. Но, тем не менее, ведь Владимир Путин же не зря не объявляет СВО войной. Именно потому, что одновременно, и вот, кстати, это здесь дырки вот в этой пропаганде, одновременно нужно делать вид, что ничего не происходит. Одновременно нужно делать вид, что ходите по ресторанам, жизнь продолжается. Одновременно идут корпоративы, одновременно идет реклама телевидения о том, какие там банки объявляют. Возьмите как loan, как будет, возьмите заем, отпразднуйте Новый год. То есть как? Вы или так, или так. У вас не может быть, чтобы... То есть таким образом каждый русский человек, еще российский человек, в России человек, должен еще иметь огромным знанием два пишем, три в уме, вот этим вот двойной ментальностью, что можно, что на всякий случай можно, что на всякий случай нельзя. И давайте вспомним, что все-таки Россию забрали из нормального западного мира, к которому она всю жизнь стремилась, забрали совсем недавно, то есть еще не успели все серые клетки, не успели перестроиться, то есть вся самоцензура, она как бы существует, но она еще не совсем давлеет. И, кстати, вот это вот, ведь это давление на полуголую вечеринку, это же тоже форма пропаганды, это же тоже как бы форма, что ваши проявления, ваши индивидуальности, они будут заклеймены, если они не входят в струю той формулы, которую мы вам предлагаем. Если вы ходите по музеям, а я очень много хожу по музеям и в Москве, и в других городах, все в музеях, даже если это не советское, то есть даже если это не патриотическое или не связанное с государством, оно все равно связано с Советским Союзом. То есть, видимо, идет какое-то такое федеральное давление. На вас не только Кремль с вами разговаривает на эту тему, не только патриархальный съезд вам это говорит, а еще и как бы из культуры все эти формулы к вам, из культурных мероприятий все эти формулы к вам приходят. То есть это, конечно, такое большое промывание мозгов. А насчет СВО поэтому и оставили СВО, чтобы люди одновременно думали, что это с ними не происходит. Значит, полуголая вечеринка не должна быть проблемой. Ну, это проблема, как мы видим. Это проблема. Тем не менее. Не должно быть. Знаете, что внушает некоторый оптимизм, когда мы размышляем о том, о взаимоотношениях, если хотите, общества и власти? Это то, что при смене власти, как бы она ни происходила, да, насильственно, естественным путем и так далее, и с приходом нового правителя, и приходом новой власти, все эти люди также легко пойдут за новым правителем туда, куда он их поведет. А поскольку у нас такая альтернативная власть, да, чередование, да, идейное во власти, то можно предположить, что следующий придет и будет возвращать. Так же легко вернет Россию в Европу и разрешит голые вечеринки. Ну да, ну дело даже не в голых вечеринках, а в том, что это мое личное дело. Да, абсолютно. Ну, конечно, и это, кстати, в общем, как бы внушает, раз Россия вернулась по своему вот этому, хотя у нее совершенно никаких оснований не было идти обратно в такую репрессию, начинать войну, возвращаться в Советский Союз. Но, тем не менее, она это сделала, поскольку вся ее история, вот именно эта круговая история и репрессия, освобождение, репрессия, освобождение, то можно предполагать, что да, и мы это опять же видим по... уж не было больше, ну, больше, может быть, были, но все равно очень сильный был соратник и поддерживатель Сталина Никита Сергеевич Хрущев. А потом бум, раз, и сказал, как мне было стыдно, и у меня руки по локоть в крови, и давайте все покаемся, узнаем. Но вот именно это меня, конечно, когда мы с вами обсуждаем, почему они не учатся, вот я не знаю, они что, не знают, как это бывает? То есть хотя бы не доходите до таких экстримов, потому что от экстримов хуже. Так вроде идет это все, такая серая масса,
Да, нет. А тут все-таки, когда ты идешь в такие экстримы, то дальше все потом будет труднее извиняться. Ну, с одной стороны, с другой стороны, затягивает. Затягивает, наверное, трудно сопротивляться этим всем искушениям, которым это окружено. Ну, наверное, и так про что мы тоже говорили. Когда идет каток репрессий, вот как у вас, он уже каток, он уже совершенно не. Помните, ну, погоди, были всякие ранние мультфильмы, когда волк терял управление, и этот каток вот так вот пер по дороге. А я сейчас, и вот он уже идет, уже его остановить очень трудно, но тем не менее, если поговорить, это, кстати, в Советском Союзе было, если поговорить, мне удалось с некоторыми, никаких имен не буду называть, с некоторыми довольно высокопоставленными людьми поговорить. Они не принимают решения, но они там рядом с принимателями решений. Никто это все не поддерживает. И это вот это потрясающе. То есть это не потрясающе, это тоже так уже было. Никто это не поддерживает, но тем не менее, как говорил Владимир Войнович, хрюкают искренне или делают вид. И, конечно, это, в общем, трудно будет возвращать. И поэтому, я думаю, вот опять же, возвращаясь к вечеринке, это такой важный знак, потому что, с одной стороны, ничего страшного не сделали и не запрещено, но решили из этого сделать хайп. На всякий случай. Даже не знают почему, даже не знают, что в ней такого произошло. Но на всякий случай, потому что вот юбка должна быть ниже колена, и в брюках девочкам в домострой ходить нельзя. То есть понятно, что это не 21 век, и понятно, что это не технологии, про которые бесконечно говорят. То есть если вы делаете технологическую страну, у вас должны быть какие-то другие свободы. Но при этом вот это вот русское совершенно сочетание абсолютно несочетаемых вещей, в которых бедный, или, может быть, не такой уж бедный, потому что он себе позволяет так с собой обращаться, бедный русский человек должен все время лавировать и как бы искать и выживать между этими бесконечными крайностями. Чтобы не думали, что мы сосредоточены только на критике России, российской власти и российского общества, кстати, давайте вспомним, что вы еще и американский профессор. Но я не ищу, а я просто американский профессор. Профессор с российским паспортом. Но я не преподаю в России, поэтому я американский профессор в американском университете. Ну, когда разговаривая с россиянами, вы как бы им преподаете уроки пропаганды. Ну, Сравнительно. в Америке ее тоже достаточно. Если говорить серьезно, давайте тоже 23-й год. Давайте немножко Америку пощупаем, да? Вы же любите, часто повторяете о том, что, собственно говоря, американская политика не в меньшей мере, наверное, может быть, более, не знаю, это дальше вам уже сравнивать, тоже опирается на пропаганду. Да, конечно, но только, безусловно, вообще все политики опираются на пропаганду. Это я вас умоляю. Какая политика не опирается на пропаганду? Пропаганда – это вообще молоко любой политики. Она просто есть более изысканная, есть менее изысканная. И в Америке пропаганда это первое дело, правда, ее там называют пиаром или политическим пиаром, но безусловно. 23-й год был с экономической точки зрения вполне приличный, инфляция закончилась. Интересно, что, несмотря на это, всего 30 с чем-то процентов американцев считают, что Байден понимает в экономике. Вот это вот, кстати, очень интересно. Вообще, вот этот 23-й год был интересен тем, что как бы у Байдена с американской точки зрения одни недостатки и очень мало достоинств. Но если говорить о том, как будет это все, как бы 23-й год выльется в 24-й, в Новый год, конечно, следующий год и будет тем годом, который определит очень много мировых событий, потому что в Америке будет
будут выборы. Во-первых, в Америке выборы – это всегда цирк политический. Там уж просто пропаганда такая со всех сторон, что только челюсть отвисает. Ну и это, безусловно, и война в Украине будет каким-то образом этим определена, и, в общем, будущее Америки тоже, потому что если придет президентом, возвратится в Белый дом Дональд Трамп, уже, конечно, мы увидим очень сильные изменения мировые, потому что, как мы помним, когда Трамп был президентом в первый раз, он все-таки всколыхнул мировую политику очень сильно. Поэтому я даже как бы меньше смотрю на 23-й год. И, кстати, одна из, с моей точки зрения, больших недостатков Джо Байдена – это что, когда он обещал победить Путина стратегически, в 23-м году у него это не удалось, и это тоже сильно как бы влияет на его мировую репутацию. Посмотрим, как с этой мировой репутацией он теперь войдет в 24-й. Но 24-й год будет, конечно, решающим в том смысле, что это не, ну, все выборы в Америке, они, в общем, очень, очень судьбоносные, но вот эти, наверное, будут особенные для многих стран мира. Смотрите, это, в общем, не секрет, и мы видим, как Путин пытается сформировать такую антиамериканскую коалицию в мире. Стран, которые, конечно, безусловно, не входят в НАТО, из тех стран, которые раньше называли третьим миром. Ну, сейчас, наверное, тоже так же можно называть. Правда, второй мир куда-то делся. Но... Хорошо, будем их называть третьим миром. Смотрите, насколько это, как вы считаете, насколько это реально, и насколько многие государства, развивающиеся страны, те же африканские, латиноамериканские, насколько они готовы выступить против Америки. Америка, которая, в общем-то, особенно в экономическом плане, все-таки до сих пор играет главенствующую роль в мире. Да, конечно. Кстати, эти страны называют глобальным югом часто. Их уже как-то так давно не называют третьим миром, и они обижаются, и, кстати, правильно делают. Но надо сказать, что Путин не неуспешен в этом. Это как бы очень многие, естественно, гонят свою собственную пропаганду и говорят, что вот у него ничего не получилось. На самом деле у него не так уж плохо это вышло. Был африканский саммит в Петербурге этим летом. Он не был безумным, он был плохо организован. Хотя это, кстати, странно. То есть странно, потому что, например, выставка «Россия. Страна возможностей» организована была потрясающе. То есть умеют, когда хотят. Значит, наверное, не так хотели организовать это к африканским странам. Но, тем не менее, все приехали. Это был такой странный тоже вид, поскольку кто-то был чуть ли не с ружьями прямо там наперевес. Но, тем не менее, все приехали. Все, кстати, восприняли этот его посыл по поводу неоколониализма, антиколониализма достаточно благосклонно. Путин вот сейчас только что ездил в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, что, в общем-то, тоже это все-таки раньше это была часть американского влияния. Значит, он там побывал, и вот одна из последних новостей, когда ЧВК «Вагнер» были в Центральной Африканской Республике и так далее, вдруг вот как бы вся американская пресса и американская политика говорила, что вот какой ужас, там это нельзя, никто этого не делает. Никогда, кстати, вранье, потому что ведь то же самое Халибертон, такая же фирма американская, прекрасно работала в Ираке и других странах. Ну, в общем, все это нельзя, вот ЦАР, это не полагается. И вот сегодня, несколько дней назад, вышла информация, что американцы сами собираются засылать туда своих. То есть вот такое соревнование идет, и, конечно, арабо-израильский конфликт, вот сейчас Израиль и Хамас, тоже сильно помог, он, конечно, счастливчик, везунчик Путин, очень сильно помог вот этой колониальной риторике, потому что уже больше 20 тысяч погибло людей
палестинцев в секторе Газа, и как бы Запад не обращает внимания, Америка голосует против резолюции в ООН. И, в общем-то, конечно, никто идеального посыла от Путина не ожидает, но очень многие теперь думают, что он оказывается не так уж неправ. То есть если раньше они как бы соглашались с его посылом, но в основном, в общем, ну, потому что Запад действительно не особенно с уважением относится к глобальному югу, так уж давайте будем честны, а тут просто показали, что это не так. Так что в этом смысле в 23-м году Путин был довольно успешен в притягивании на свою сторону людей, которые возмущены, часто возмущены политикой Америки, политикой Запада. Да, но только большая разница в том, что России не хватит экономической мощи для того, чтобы эти страны легко уступают тем, да, от кого они ждут какой-то помощи. Да, они... Конечно, но есть Китай. Давайте не забывать, что теперь Китай с Россией вместе будут эти страны обрабатывать. Так что если у России не хватит мощи, то Китай идет рука об руку. Спасибо большое. Я говорю профессору новой школы в Нью-Йорке Нине Хрущевой за этот разговор. Спасибо. Первый разговор в 2024 году. И надеемся еще на встречи и на ваши оценки тех событий и тех процессов, которые, конечно, мы будем наблюдать в наступающем году. Всего доброго, до встречи. Спасибо, с Новым годом.